Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня у нас 26 февраля, торговая сессия среды. Как всегда, в рамках нашей короткой пятиминутки обозначим наиболее важные фундаментальные события прошлой торговой сессии и попытаемся определить ценовые ориентиры, которых можно придерживаться, на которые можно ориентироваться в рамках предстоящих торгов. По аналогии с прошлыми пятиминутками, сегодняшнему предлагаю начать с анализа динамики пары американская валюта – российский рубль. Восходящей динамикой по итогам прошлой торговой сессии снова отличилась именно американская валюта. В результате, отыграв у рубля 21 копейку, доллар закрыл день на уровне 35.71. Стоимость бивалютной корзины остается в крайнем диапазоне продажи ЦБ. Это около 300 миллионов ежедневно без учета продаж Министерству финансов. Давление на рубль могли оказать падение курса китайского юаня к доллару США, оказавшееся максимальным за последние 22 месяца. Скорее всего, юань снизился на ожиданиях, что ЦБ страны может остановить постепенное укрепление национальной валюты перед расширением валютного коридора, чтобы оттолкнуть спекулянтов. Коррекция цен на нефть также не способствовала росту. Однако вероятность укрепления российской валюты по-прежнему сохраняется. Рубль могут поддержать продажи валюты со стороны экспортеров. Ближайшие платежи придутся уже на конец недели. К этому времени экспортеры должны продать валютную выручку на сумму порядка 200 миллиардов рублей. Поэтому очень даже может быть, что как раз поддержка со стороны экспортеров не заставит себя долго ждать и поможет российской валюте окрепнуть против американского доллара. В принципе, мы ожидаем этого уже на сегодняшних торгах, поэтому в качестве наиболее вероятного сценария обозначаем, соответственно, усиление позиции рубля и коррекцию пары доллар-рубль к уровню 35.50 ровно. Идем далее. Нефть. Медведи на нефтяном рынке не оставляют попыток удержать цены на нефть ниже $110 за баррель. По итогам вторника нефть марки Brent просела практически на $1 и закрыла торги на уровне 109.57. Давление на черное золото оказывает прогноз роста запасов нефти в США. Аналитики полагают, что на прошлой неделе коммерческие запасы нефти выросли на 1,4 миллиона баррелей. Напомним, что недели ранее рост запасов составил 1 миллион баррелей. Спрос и предложение на американском рынке по-прежнему остаются очень мощными катализаторами ценовой активности сырья. Однако не стоит игнорировать и внешний информационный фон. В нефтедобывающих странах Ливии, Южном Судане и Нигерии ситуация остается напряженной, что фактически увеличивает шансы игры на повышение нефтяного актива. Руководствуясь практикой прошлой эскалации конфликтов в Африке и на Ближнем Востоке, короткие позиции по нефти могут не самым лучшим образом отразиться на депозитах инвесторов. Поэтому в качестве наиболее вероятного сценария в рамках предстоящих торгов мы делаем ставку как раз на напряженность на Ближнем Востоке и определяем возможности усиление позиции нефтяного актива и движение его вверх, собственно, на очередное тестирование $110 за баррель и даже по возможности закрепления чуть выше. Краткосрочная цель 110,5. И, конечно же, главный валютный риск. Единой европейской валюте снова удалось немного потеснить американского конкурента. Очередная торговая сессия принесла паре евро-доллар дополнительные 12 пунктов, позволив евро закрыть торги на уровне 1.3745. Спрос на европейскую валюту был основан на серии макроэкономических отчетов со стороны валютного блока. ВВП Германии по результатам уточненной оценки в четвертом квартале вырос на 0,4%. Настроение бизнеса в Германии также продолжило улучшаться четвертый месяц подряд. Наиболее важные данные для рынка еврозоны выйдут в пятницу – индекс потребительских цен. Они могут изменить ожидаемые перспективы действий ЕЦБ, повысив вероятность ввода отрицательных процентных ставок. Стоит отметить, что проблема дефляции внутри валютного блока становится все более очевидной. Последние две торговые сессии указали на явную нерешительность европейской валюты продолжать дальнейшее восстановление. Учитывая сказанное, обоснованные спекуляции на тему дополнительного смягчения монетарной политики со стороны ЕЦБ способны вернуть пару евро-доллар ниже уровня 1.37. Собственно, это цель, которой мы будем придерживаться в рамках предстоящих торгов. Таким образом, с инфляционным фоном на этом все. Большое спасибо за внимание и удачной вам торговой сессии. Всего доброго, до свидания.